Исайя 55:8-9 написано: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». У Бога все продумано до тонкостей. Я убеждалась в этом и не раз, когда ты балансируешь над пропастью и, кажется, продержишься лишь час. За этот час все в жизни переменится, и будет новый в жизни поворот. Нам остается только здесь довериться. Господь ведь и над пропастью ведет. У Бога все продумано до мелочи, хотя порою разум так упрям. Когда земных надежд погаснут светочи, у Бога для тебя всегда есть план. Все вовремя свершит своей премудростью, да так, что нам самим не предузнать, с отцовской любовью и всей чуткостью Он будет все во благо совершать. У Бога все продумано до тонкостей, просрочек, опозданий просто нет. Так почему ж сомнений кружат лопасти? Все потому, что мы себе ответ придумали и сроки подытожили. Да вот только вот у Господа свой шаг. Пока мы на людей надежду множили, Господь решает все совсем не так. Доверься и ступай вперед уверенно, пусть даже под ногами пустота. Смотрись же повнимательней, намеренно. Быть может, просто Бог несет тебя. Аминь.